Всем привет! С вами Даша. Сегодня новый обзор на канале. И сегодня нам предстоит обсудить кое-что действительно интересное. А именно предстоящий запуск FIRE. Блокчейн-экосистемы первого уровня с согласованной устойчивостью. Поэтому пристегнитесь, потому что это будет то, чего вы ждали с момента последнего забега быков. Итак, что же такое FIRE? Что же, это не просто еще один жетон, это целая экосистема, в основе которой лежит устойчивость. Токен FIRE выпущен как токен ERC-20, позже также он будет иметь невероятную возможность быть перенесенным в основную сеть FIRE после его запуска, легко с помощью безопасного моста. FIRE Chain. Это основа экосистемы FIRE, представляет собой EVM совместимую платформу смарт-контрактов, ориентированную на устойчивое развитие. И речь идет не только о блокчейне, речь идет о построении лучшего мира в соответствии с целями устойчивого развития ООН. Миссия FIRE – создать приносящую пользу экосистему, которая будет способствовать достижению этих целей, и это то, чего мы все можем добиться. Вот почему они сотрудничают с ведущими государственными организациями и образовательными учреждениями по всему миру, чтобы формировать разработчиков блокчейна следующего поколения. Итак, что же отличает FIRE? Так это его дизайн как экосистемы блокчейна первого уровня. Это не просто проект, это один из самых быстро растущих единорогов Индии. Представьте себе, что вы являетесь частью сообщества, охватывающего весь земной шар. И все работают над достижением общей цели – экономической и экологической устойчивости. Основой всей экосистемы FIRE Chain является их консенсус – Sustainable Proof of Stake. Это новаторская система распределения вознаграждений, основанная на управлении. И это означает, что участники сети получают вознаграждение в зависимости от их приверженности 17 целям устойчивого развития. Организация Объединенных Наций. Здесь речь идет не только о транзакциях, речь идет о положительном влиянии на мир. Теперь давайте поговорим о технологиях. Технический стек FIRE является надежным и включает в себя такие инструменты, как FIRE Chain, Explorer, Falket, приложение Validator, приложение Nominator, расширение FIRE Wallet Extension и FIRE Chain ID. И это не просто инструменты, они являются строительными блоками устойчивой и эффективной экосистемы. Что касается партнерства с правительствами. У FIRE также есть меморандумы о взаимопонимании, подписанные с различными правительствами для различных важных случаев использования. Партнерство FIRE с Nighty Yogg подчеркивает приверженность компании созданию более справедливого и децентрализованного интернета. Объединяясь с Network Capital, FIRE активно участвует в запуске модуля блокчейна, подчеркивая важность образования и исследования в области блокчейна. Примечательно, что эта инициатива рассчитана на широкую аудиторию, поскольку модуль планируется преподавать более чем 50 миллионам студентов. Также помимо сотрудничества с такими организациями, как полиция Музаффарнагара, полицейское управление Небраски и Министерство сельского хозяйства Нигерии, FIRE демонстрирует свое разностороннее взаимодействие с различными государственными органами. Также участие в проектах, начиная от интеллектуальных полицейских систем и заканчивая образовательными программами, также исследовательскими инициативами, не только демонстрирует технологическое мастерство FIRE, но и подчеркивает широкое социальное влияние технологии блокчейн. И это будет грандиозно. Эти партнерства означают сближение решений и усилий правительств, делая FIRE ключевым игроком в содействии позитивным изменениям посредством инноваций и, конечно же, сотрудничества в массовом масштабе. Что касается создания всего этого ажиотажа по поводу запуска токена, то теперь настал момент, которого вы все ждали, это запуск токена FIRE.
Поэтому советую отметить в своем календаре, потому что это происходит 5 декабря. И они не просто запускают любую биржу. Это биржа первого уровня, которая обеспечит FIRE ту известность, которую она заслуживает. И это шанс стать частью чего-то большего с первого дня. Ну и, конечно же, не забываем про социальные сети, чтобы всегда быть в курсе всей важной информации. Проект имеет сообщество в Telegram и Discord. Присоединяйтесь, чтобы получать всю важную информацию первым. Вся подробная информация о проекте есть в описании под видео. На этом мой обзор подошел к концу. Не забудь подписаться на мой канал, пиши комментарии, ставь лайки. И увидимся в следующем видео.